У ямальских школьников, которые преуспевают в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, появится шанс получить путевку в самый знаменитый лагерь страны. Молодые активисты из округа могут поехать в Артек в 2020 году на весенние смены, которые будут организованы в период с 3 по 30 марта, со 2 по 23 апреля и с 30 апреля по 21 мая. Привет из Артека, Ямал! Чтобы получить путевку в лагерь, необходимо зарегистрироваться на сайте Артек Дети, заполнить на нем анкету, в которой необходимо указать свои достижения. Далее подать заявку. После компьютерная система подсчитает баллы и сформирует рейтинг заявки в рамках указанных достижений. В Международный детский центр принимаются ребята, обучающиеся в 5-11 классах. Возрастное ограничение не старше 18 лет. Отметим, что бронирование, приобретение проездных билетов, сопровождение детей к месту отдыха и обратно осуществляется за счет родителей или законных представителей.